Останніми тижнями російський рубль побив кілька антирекордів. Найбільше впав, коли долар коштував майже 39 рублів, а євро – 50. Девальвацію пояснили впливом міжнародних санкцій та головно падінням цін на нафту у світі. Про те, як вартість чорного золота впливає на національні валюти, говоримо з Юрієм Прозоровим, президентом Українського товариства фінансових аналітиків. Вітаю вас, пане Юрію. Тож чому падали ціни на чорне золото нижче 100 доларів за барель? Вітаю, шановні телеглядачі. З моєї точки зрения, то падіння, которое було на ринку як нефтяних фьючерсів, так і спотових поставок з літа цього року, і прекратившееся буквально сьогодні з утра, пішов небольшой відскок, имеет три таких больших компоненти. Перший – це геополітика. Причем геополітика, з моєї точки зрения, не так связана, як з проблемою Росія, Україна і напряженість в Европе, как вот эта дуга нестабильности на Ближнем Востоке, проблемы в Сирии, в исламском государстве и в Ираке, и также не отмена санкций в полной мере против Ирана. Соответственно, вторая составляющая этой смены тренда – это то, что очень долгий период нефтяные фьючерсы котировались очень высоко, и те крупнейшие игроки рынка капиталов, которые базируются в большей части на американских биржах соответствующих, они решили переменить тренд и долгое время зарабатывали на росте этих котировок, теперь частично решили отработать падение. И третья составляющая, кроме геополитической и финансовой, это чисто, как любят говорить секторные аналитики, проблемы в нефтяных компаниях. У многих уменьшилась добыча, некоторые не смогли подтвердить свои прогнозные запасы. И также здесь работали те санкции, о которых многие говорят сейчас, о том, что наперед нефтяные компании понимали, что те большие арктические и сахалинские проекты, которые Россия вела в Арктике на Дальнем Востоке, нефтяное бурение на шельфе, они не могут быть реализованы в ближайшей перспективе без помощи таких крупнейших игроков, как Exxon и другие международные транснациональные нефтяные компании. Они, короче, пропонили бурение. Да, которые не смогут теперь в связи с санкциями, которые адресно Европа, США, в том числе Япония, применяла против Роснефти, против Лукойла, против Газпрома, Газпромнефти. Поэтому российские компании нефтяные сейчас будут саккумулированы на тех запасах, которые уже пробурены и разведаны. То есть это Западная Сибирь, частично Башнефть после той ситуации в Башкирии, которая будет, как мы понимаем, если будет реприватизация Башнефти, которая сейчас обвалила арест Евтушенкова, российский фондовый рынок, АФК-система, СМИ-акции Башнефти, и будет какая-то реприватизация в пользу регионального правительства Башкирской Республики, которая при приватизации не досталась, а досталась фонду Рахимова, предыдущему президенту, то здесь также могут быть большие поглощения внутри российских нефтяных компаний. Многие аналитики говорят, что будет еще больше усиления Роснефти, как такого главного монополиста на российском и, в принципе, уже на международном рынке. И это есть причина, почему обвалили все рубль, чи есть другие? Мы, как финансовые аналитики, не могли бы сказать, что рубль обвалится. Те санкции, которые пошли против Российской Федерации, против финансового сектора, пока еще не достигли той критической отметки, которой бы можно было говорить, что рубль обвалился. То есть падение с 35 до 39 – это совсем не то, что падение с 8 гривен за доллар к курсу те 14,95, которые здесь есть. То есть здесь мы несколько во многом опережаем те реальные финансовые процессы, которые есть. Нисколько небольшое снижение еще нефтяных котировок. Если бы мы увидели глубокое проседание цен на нефть в район 80 долларов за баррель, или как некоторые западные нефтяные аналитики говорят, что возможен коридор 50-60 долларов за баррель в следующем году, вот тогда бы это было очень сильное давление на российский бюджет. Пока же это сработало больше на раскупорку их заначек Фонда национального благосостояния, резервного фонда, которые раньше были вложены средства в западные ценные бумаги, размещены на внешних рынках, сейчас для спасения как нефтяных компаний, так и внутренних финансовых учреждений, в большую очередь крупнейших госбанков, эти средства будут использованы вместо тех кредитных ресурсов, которые в том числе нефтяные компании российские привлекали на внешнем рынке, который сейчас для них закрыт. Чи можете, що рубль подешевшав трохи, як ви кажете, обвалити гривню ще більше? Я думаю, що ставки
по котировкам рубль-гривна. Это, наверное, десятая причина того, что сейчас случается с нашей национальной валютой. Торговля наша падает, она падала и до наступления этих действий. И сейчас, я думаю, что больше имеют внутри геополитические и военные причины, чем дисбалансы в торговле по рублю и гривне. Потому что все равно основные расчеты не за нефть, о которой мы говорим, а за газ, они котируются в долларах США, а не в национальных валютах, в рубле или в гривне. Поэтому здесь такого давления мы не видим. С моей точки зрения, говорить о том, что Российская Федерация и ее падение национальной валюты рубля слишком влияет на ту ситуацию, которая здесь у нас, вряд ли, потому что вчера, как мы знаем, было заявлено президентом Путиным о том, что российские банки остаются работать на Украине, и его аналитики посчитали, что они уже занимают 30% украинского банковского рынка, хотя мы не совсем согласны с этими оценками. Здесь, скорее всего, будет вопрос о том, что справятся ли российские банки с той негативной отношением, которое сложилось сейчас в украинском обществе, в том числе и вкладчиков, потребителей финансовых услуг, кредитуемых организаций к российской финансовой системе в принципе. И доля кредитов, выдаваемых в рублях на территории Украины этими же российскими банками, она несопоставима с тем, как они кредитуют в нашей национальной валюте и даже в долларах США и в евро. Якщо повернутися до теми нафти, «Газпромнефть» почала продавати нафту за рублі та юані. Була така новина. І російські нафтовики взагалі хочуть відмовитися від долара. Такі заяви теж були. Чи це взагалі можливо і з чим це пов'язано? Це так називаємо диверсифікація валюти платежа. Это такая их большая мечта еще года 3-4 назад. Они собирались с Ираном бартерно обмениваться нефтью. Сейчас некоторые такие сделки уже начались, так как Иран находится под санкциями. И вопрос о том, что торговать за юани с Китаем по поставки нефтяных ресурсов из России, он подкреплен теми свопами, которые валютные есть, обмен между Центробанком Российской Федерации и Народным банком Китая в достаточно больших объемах. Поэтому финансово эти сделки могут быть обеспечены. Другое дело, что Россия имеет очень сильный дисбаланс торговый в отношениях с Китаем. То есть Россия может поставлять в Китай практически только энергоресурсы и товары первого передела, а Китай все более и больше ведет высокотехнологический экспорт в Россию, которая там 20 или 25 лет назад очень сильно превосходила Китай в технологическом отношении. И теперь те же нефтяные компании говорят, что они будут пользоваться китайскими технологиями для проведения геологоразведочных и скважинных работ на замещение тех технологий, которые не будут приходить из Запада из-за санкций. Я очень скептически к этому отношусь, потому что все-таки Китай, он сам по себе новая такая мастерская мира, но эту мастерскую организовали вот та часть англосаксонской финансовой и промышленной цивилизации, которая все-таки, по отношению которой Китай является ведомым. А Россия будет покупать технологии уже со вторых рук, и вряд ли они будут самым перспективным. Поэтому здесь это не выход из положения. Яка роль ОПЕК у поточній ситуації на нафтовому ринку у світі? ОПЕК продовжує грати таку картельну, дуже сильну роль, але внутрі ОПЕК є великі різногласия, тому що та ж Саудовська Аравія, яка зараз дуже зайнята тими ближньовосточними проблемами, які є з ісламським державством, вона зараз не дуже заінтересована в тому, щоб за її счет уменьшались ті объемы, о которых говорили вчера на конференции, и перенесли решение 27 ноября. То есть не пришли к консолидированному мнению, ОПЕК решает, как и ЕС, все должны проголосовать «за». То есть всегда говорят, что ОПЕК – это такой клуб, где каждый хочет за счет соседа сохранить свои уровни добычи, и, соответственно, нефтедоллары не иссякнут. Поэтому здесь, если монархии Персидского залива и саудиты очень сильно будут завязаны вот в эту начавшуюся сегодня бомбардировки уже территории Сирии коалиции во главе США и борьбе с исламским государством, то, возможно,
им необходима будет подпитка нефтедолларами, и они даже к 27 ноября не придут к тому соотношению, что на 500 тысяч баррелей в день согласованно должны уменьшиться добыча. Соответственно, это будет подталкивать вверх выше 100 долларов за баррель. Но многие аналитики говорят, что вопрос даже не в ОПЕК. Основное то, что случилось этим летом, и мало о котором говорят большинство экономистов, это то, что США теперь стала из такого крупнейшего многодесятилетнего импортера нефти за счет развития сланцевых технологий, которые уже не до сланцевого газа, а до сланцевой нефти добрались, то практически 2-3 года в среднесрочной перспективе, и США будет не только конкурентом России на европейском рынке по поставкам сжиженного газа, но и может начать массированный экспорт нефти. Поэтому в каком положении тогда окажется Венесуэла, Нигерия и некоторые иные нефтедобытчики, это такой большой вопрос. К тому же Ливия, которая раздирается уже не один год конфликтом внутри после революции, свергшейся полковника Каддафи, все равно работает так, что они не взорвали ни свои нефтепроводы, ни те нефтедобывающие мощности, ни нефтяной порт. Просто группировки все время за нее конкурируют, но эту золотую курицу, которая несет нефтедолларовые яйца, они не режут. Точно так же ситуация была, когда была гражданская война в Таджикистане в 90-е годы, то много раз менялась власть, но таджикский алюминиевый завод, который поставлял алюминий, крупнейшее предприятие бюджетообразующее всего Таджикистана, он работал бесперебойно круглые сутки и поставлял продукцию и в Россию, и в другие страны мира. Поэтому здесь, переходя к ценам на бензин у нас в стране, которые больше связаны даже не с падением нефти на внешнем рынке, а все-таки с глубокой девальвацией. Потому что проблемы с мощностями, что практически нет нефтепереработки внутри страны, мы очень завязаны за импортный бензин. И бесконечно ухудшать качество бензина невозможно. Все равно приходится повышать цены. Будемо сподіватися, що все буде добре. Мусимо завершувати, вже не маємо часу. Я вам дякую за цікаву розмову. Про те, як вартість чорного золота впливає на національні валюти, ми говорили з Юрієм Прозоровим, президентом Українського товариства фінансових аналітиків. Залишайтесь першим діловим. До зустрічі.